Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас Nissan X-Travel 2001 года. Заменим на нем заднее стекло. Вот такая неприятность у людей. Положили холодильник, хлопнули, и стеклу пришел конец. Не увидели, что угол торчит. Вот здесь вот был удар, его выдавило. Но так на пленке тонировочной остался. Вот он, видно. Заклеили скотчем, прокатались какое-то время. Он идет с датчиком. Вот он датчик. Вырезаем скотч и срезаем стекло. Приступаем. Вытащил, я просто выдавил, посмотреть, как сзади резинка оголяется, и гайкой прикручивается вот этот омыватель заднего стекла. Поэтому вставлять мы будем его легко и просто. Сейчас мы берем стекло, я скотч подрезал по периметру, и по бокам его выдавливаем. Открываем вот эти пробочки. Ее видно, нет? Разъем. Нажимаем, размыкаем. И также с другой стороны. Опускаем. Дворник мы тоже задний снимем. Снимаем заглушку и откручиваем гайку на 12. Теперь берем просто вот это стекло, убираем большой кусок. Ну все, вот у нас автомобиль без стекла. Теперь берем ножом и срезаем все вот это, которое у нас, остатки стекла приклеенные остались на двери. Их ножом срезаем. Вот так вырезаю.
когда вырезаете этой лентой, которую срезаете, покраски не елости, будет оставлять царапины. Ну, сейчас по периметру продолжаем, все вырезаем и будем мазать уже стекло. А здесь вот такие клипсы стоят на уголках приклеенные. Они дистанционные, наверное. На новом стекле их нету, потому что новое стекло китайское. Но мы их намажем и вставим сюда. Вот такие дела. Ладно, продолжаем. Вот все, вот вырезал. Все сверху, клипсы поснимал. Теперь берем, собираем стекла пылесосом. Здесь багажники уберем и сверху уберем, где клеить будем, чтобы они нам не мешали, потому что осколки налетели. Вот такое вот стекло поставим. Такая у них получается на Т-30 кузов идет ЖТ-ТК-09-27-127. Китайское стекло идет с обогревом. Здесь два разъема у него, как и у того, но нет этих направляющих. Отверстие под омывайку есть, а вот направляющих нету. Ладно, обезжириваем, мажем герметиком и устанавливаем. Так ты будешь на стекло герметик? Нет, я думаю, что мы, наверное, на дверь нанесем герметик, потому что по стеклу мы можем не угадать, в какое место. Протираем обезжиривателем. И мажем дверь герметиком. Герметик вот такой, фирмы Террасон, ПУ-8590. А маркировка у него по каталогу другая идет. Террасон 8590. Сейчас скажу маркировку. А, вот она. Маркировка его. Резкость. Наводись. Не хочет наводиться. Ну, продиктую так. 26-32-16. Рука дрожит, все равно как бы не хотелось. Мажем. Ну вот таким образом вот наложили герметик. Почему не на стекло? На стекло нету маркировки по какому месту, поэтому по старому месту.
Все, заклеиваем скотчем. Все, таким образом подтянули скотчем. Сейчас постоит, подстынет, прихватится и жесткость примет. И мы уже установим омыватель и установим дворник. Одеваем дворник. И одеваем заглушку дворника. Теперь мы одеваем стеклоомыватель. Она получается оттуда встает. И отсюда закручиваем гаечку. Гаечку перетягивать не нужно, чтобы стекло не лопнуло. Буквально чуть-чуть. Одеваем шланг и закрываем колпачок. Все. Теперь одеваем и также с другой стороны. Заглушки с новым стеклом не шли, я их разрезал и снял с старой заглушки, снял, поставил сюда. Все. Ну, получается, установили, видите, омыватель и установили эти заглушки. Подключили питание, установили дворник. Заберу инструмент. Все, стекло мы установили. Всего вам доброго.